Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы с вами не будем обсуждать танчик, а обсудим вопрос создания мною клана, ну и, соответственно, объявление набора в этот клан. Как я уже говорил ранее, для меня малое значение имеет статистика игрока. Для меня мало имеет значение, сколько у него процентов побед. Главное, чтобы человек был хороший, чтобы с ним приятно было играть и с ним приятно было общаться. Именно по этим признакам, в принципе, мы будем отбирать игроков, а главное, этим принципам должны следовать те игроки, которые попадут в клан. Ребят, как вам всем известно, я перевел все свои аккаунты на евросервер, а посему первым требованием, которое будет выставляться к участникам, будет наличие соответствующего никнейма и, соответственно, профиля в игре, конкретно на евросервере. К сожалению, принять к себе в клан желающих, которые играют на СНГ-сервере, я не имею технической возможности. А посему, ребят, я думаю, что требование в отношении наличия именно игры на евросервере, ну, является основным, ну и, соответственно, вполне закономерным. Итак, ребят, давайте теперь будем обсуждать процесс набора в клан. Процесс набора в клан будет в несколько этапов. И первым этапом будет этап создания списка желающих принять участие в отборе, для того, чтобы потом можно было начать отсеивание изначальное. Первым отсеиванием будет невозможность игроком подтвердить наличие подписки на канал. То есть в случае возникновения необходимости подтвердить, что вы действительно являетесь подписчиком моего канала, а мне бы хотелось отметить, что я буду принимать в клан, и клан создается исключительно для подписчиков и участников моего канала, буду, скорее всего, у некоторых игроков вынужден запросить подтверждение в виде принтскрина страницы о наличии подписки. Это связано с тем, что некоторые из подписчиков скрывают, на какой конкретно канал они подписаны, ну и, соответственно, зайдя к ним в профиль, такой возможности нет. Ну, я имею в виду перепроверить, подписан или не подписан на канал. Итак, это было одно из требований. Следующее требование, которое будет к игрокам, это наличие не только подписки, но и наличие танков, начиная от 1 и заканчивая 10 уровнем. Ребят, если у вас нет танков с 1 по 10 уровень, я, к сожалению, не смогу принять вас к себе в клан, потому что вы не являетесь игроком в Blitz. Это следующее требование, которое должно быть. По процентам побед. Процент побед, он должен у вас существовать. Соответственно, я не смогу принять к себе в клан человека, у которого нет абсолютно ни одной победы. Вот если вы полнейший стопроцентный лузер, ну, простите, пожалуйста, но вам просто нечего делать в нашем клане. Ну, а если, ребят, серьезно, то давайте вернемся к обсуждению вопросов. Я выделил на весь клан определенное количество мест для игроков, которые будут участвовать в отборе путем прохождения, там, назовем это, квеста. И вторая часть игроков, она будет набираться при возможности у этих игроков задонатить. Давайте будем говорить откровенно. Донат каждому по карману, либо не по карману, зависит от самого игрока. Здесь же вопрос другой. Вопрос в том, готовы ли вы и способны ли вы задонатить. Безусловно, не все 100% игроков имеют возможность кинуть донат для того, чтобы попасть в клан. И провести отбор исключительно за бабло, ну, согласитесь, будет нечестным и несправедливым. А посему первые 10 игроков, которые закинут донат на $10 и выше, будут автоматически зачислены в клан, вне зависимости от того, какой у них процент побед, какая статистика. Ну, в общем, короче говоря, абсолютно без разницы. Единственное, эти люди должны быть готовы к соблюдению правил, которые будут размещены позднее. Среди правил будут такие правила, как уважение друг друга внутри клана, отсутствие ругани и использование нецензурной лексики по отношению к другим участникам клана. В клане будет запрещено преследование кого-либо по религиозным, расовым, географическим и каким-либо другим признакам, в том числе и по половым признакам. Ну и ряд вот таких вот стандартизированных правил, которые будут позволять нам быть одной дружной большой командой, которая будет стараться ради клана. В общем, свод правил отдельный будет размещен в сообществе, и я думаю, что выполнять эти правила будет крайне-крайне просто.
Что касается остальных мест, кроме первых 10 игроков, которые закинут Real Money в виде доната на поддержку канала, поверьте, канал в этом нуждается. Хотелось бы отметить, что во время того, как вы будете забрасывать донат, обязательно в сообщении в донате вы должны написать свой никнейм на YouTube, вы должны написать свой никнейм в игре. Это необходимо для того, чтобы можно было с вами свериться на стримах и, соответственно, понять, кто вы, и посмотреть, есть ли ваша подписка. Ну а никнейм в игре, безусловно, нужен для того, чтобы потом, когда я получу от вас предложение, чтобы вы, ну, что вы хотите поступить в клан, ну а мне необходимо вашу просьбу подтвердить, чтобы я знал, чью просьбу конкретно я подтверждаю. Возвращаемся к вопросу. Первые 10 игроков, которые запросят донат, напишите, пожалуйста, в сообщении о том, какой никнейм у вас в YouTube и какой никнейм у вас в игре, для того, чтобы я знал, кого добавлять в клан. Остальным же игрокам, кто хочет присоединиться к участию именно отбора живого в клан вот GSN, прошу к данному конкретно видео написать свой комментарий. В этом комментарии вы должны указать наличие у вас... наличие у вас логина на евросервере и наличие у вас в YouTube подписки на мой канал. Сообщение образно должно звучать так: я хочу принять участие в отборе в клан, никнейм YouTube дефис такой-то, никнейм в игре дефис такой-то. Подписка на канал оформлена. Вот и все сообщение, которое вы должны пока прислать. Я сформирую список тех игроков, которые желают принять участие в отборе в клан, ну и, соответственно, сообщу вам в следующем видео, а также отслеживайте информацию в сообществе на предмет того, когда будет объявлен первый этап отбора игроков. Как я уже сказал, все дальнейшие отборы, ровно как и первичный отбор за донат, они не будут абсолютно касаться вопроса вашей игровой статистики. Статистика меня интересует меньше всего. Меня интересует ваша активность, но и ваша воспитанность. Я думаю, это основные требования, которые должны выставляться. Ну а отбирать просто по признакам имбовый или не имбовый игрок, но это, честно говоря, ну я бы сказал, немножечко или может даже множечко обижает тех игроков, которые, к сожалению, не имеют высокой статистики, но с большим удовольствием приняли бы участие в клане, ну и, соответственно, готовы фаниться вместе с нами. На данный момент, ребят, у меня все. Кто готов участвовать в отборе, пишите комментарии, в которых указывайте свои никнеймы YouTube и игры на евросервере. Ну и все желающие, кто имеет возможность финансовую и физическую оказать финансовую помощь развитию канала, я буду вам безумно благодарен за ваши донаты. Донатьте, пишите никнеймы, соответственно, в сообщениях к донатам. Всю дальнейшую информацию я буду вовремя выкладывать в сообществе. Всех благ, всего хорошего. Подписывайтесь на канал по желтому шильдику. Буду вам всегда рад. Мира вам и спокойствия.